Доброго всем! Сегодня у нас в работе головка чешского погрузчика с экстренной работы. В ГБЦ двигателя ZTOR задуло посадочное место под форсунку. Здесь даже опрессовывать не имеет смысла, трещину в стакане видно визуально. Больше ничего в головке делать не будем, клиент просил заменить стакан форсунки как можно быстрее. Будем выручать. А для этого мне потребуется выдернуть прогнившую гильзу. Здесь она из металла, поэтому быстро и проржавела. Выдергивать стакан буду традиционным способом при помощи метчика, пробки и выколотки. Накручиваю резьбу. Теперь извлекаю метчик, а на его место вкручиваю пробку. Делаю это я для того, чтобы не калечить инструмент. Хоть у нас в этом наборе уже отслужившие свои метчики, но все же ими еще можно работать и работать. Итак, закручиваю пробку и выколоткой выбиваю прогнивший стакан. Посмотрю на него поближе. Прогнил он, конечно же, очень знатно. Загляну в шахту стакана. Критичного ничего не вижу, нужно будет здесь все почистить. А вот это нам дали вот такой вот образец форсунки. Перед установкой нового стакана обязательно очищу посадочные места. Это дно, на которое упирается сам стакан, и верхняя часть, куда с натягом садится юбка стакана. Протру растворителем. Пока я готовил головку к установке нового стакана, токарь его мне вытащил. У клиента не было времени заказывать где-то этот новый стакан, ведь это не ходовой товар, и везти его будут под заказ, и скорее всего в нынешних условиях привезут не шибко быстро. Смазываю герметиком, он нас не раз выручал, и в этом случае есть разнообразные небольшие каверны, а посему герметик при установке нового стакана заполнит все эти поры. Ну и завершающий момент – это установка гильзы при помощи оправки на свое место. Конечно же, в конце работы я обязательно опрессовал головку, проверил свою работу. Ну а на этом у меня для вас все. Оставляйте комментарии, помогите каналу донатом и без аварийных вам поездок.